17 век. На территории современной Беларуси начинается новая эпоха. Эпоха становления государственности, время самоопределения народов, что в первую очередь отразилось на быте и военных традициях. Полевой лагерь, развернутый на валах Берестейского замка у археологического музея Берестия, стал своеобразным проводником в историю, открывающим ее новые страницы. Хотим попробовать в Бресте, потому что хоть замка у нас нет, но, по крайней мере, вот у нас территория Берестейского замка, поэтому, в общем-то, оно тоже актуально. А задача этого проекта, он называется сам «Страницы живой истории», соответственно, из названия мы понимаем, для чего он. То есть можно посмотреть вживую, не просто там за стеклом где-то подойти, потрогать. Естественно, не аутентичные предметы 17 века, потому что это музейная редкость, а копии, причем достаточно хорошие. Проект имеет в своей основе образовательную составляющую. Прикоснувшись в буквальном смысле к истории, надев форму, взяв в руки оружие, гость лагеря сможет открыть для себя новые ощущения, а уже через них сформировать свое видение процессов, происходящих в то или иное время. Можно самому попробовать что-то изготовить руками, можно при наборе группы. Тут опять же расчет, конечно же, на группы, прежде всего поучаствовать в военных маневрах. То есть, ну, примерно возраст от 7, самый оптимальный, 7-12 лет, да, как раз-то тот возраст исторический в 17 веке, где мальчишки уже могли быть похолками, то есть военными слугами, как бы, и, соответственно, или у казаков называлось джура, да, то есть молодые люди, которые избрали воинскую карьеру, из детства они начинают чему-то обучаться. «Страницы живой истории» – пилотный совместный проект сотрудников археологического музея Бересте и представителей фонда «Фортификация Бреста». Уже в ближайшем будущем инициатива будет иметь продолжение.